Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики! С вами снова Гидеон, и мы продолжаем проходить Орден 1886. Рани! Что он здесь делает? Дэви, не бойся. Говори при нем. Дэви, ну? То же, что на воздушном судне. Груз везут в Америку и Вест-Индию. Сколько? Вдвое больше, чем в тот раз. Наверстывают упущенное. Груз не должен попасть на новый континент. Это не все. Охрана будет на чеку. Его упомянули. Они будут ждать. Мы еще можем успеть. Кого они упомянули? Один из ваших лордов. Если он придет навстречу, тогда сами увидите. Вот он заговор-то. Вот он. Что за груз-то? Ничего не значит. Лорд Гастингс, казначей Ипер. Он у нас в совете. Да, он в курсе всех действий Ордена. Как удобно, правда? Вы ищете заговор там, где его нет. Взгляните на груз, тогда и поговорим. Да. Действительно. Рани. Киапку аспевиш вазе. Вахенакита хехе самаджеки патоке. Того за росунига. А гарусне не им батмани то? Или мы его убьем? Некий ученый уверен во мне. Если вы не могли прочитать субтитры. Потому что они здесь реально маленькие. Просто чертовски маленькие субтитры. Я вообще не знаю, почему такие мелкие сделали. Рани Чханси. Опять я вас удивляю. Прославленная королева-воительница, бросившая вызов нашим войскам в Индии. Говорили, что вы погибли в Гвальяре. Чем больше меня недооценивают глупцы, тем лучше. Я открою. Рыцарь. Да, здесь я. Это. Вот. Как раз идет погрузка. Мы не можем позволить им вывести эту мерзость. Скорей. Они, наверное, распространяют ликантропов. Да. Чтобы им было чем заняться, чтобы им платили за их уничтожение. Они хотят, наверное, распространить их на Америку еще, чтобы и там образовалась ячейка Ордена, чтобы было с кем бороться. Скорее всего, и здесь они приумножают их, как бы, численность, чтобы, опять же, было с кем бороться. Короче, это, знаете, как автомеханик ходил бы по району, ломал машины, чтобы потом к нему приходили их чинить. Как так вот. Дэви, ты будешь охранять наш путь к отступлению. Рани, я пойду с тобой. Мой долг защищать Дэви, тебя. Дэви, это приказ. Почему? Потому что мы делаем то, чего не могут другие. То, что не по закону. Так? А, ну да. Так. Ну, наверное. Все сюда. Через корабль мы сможем пробраться на главный склад. Подождите, блин. Верфи Объединенной Индийской Компании. Так. Я подниму платформу, а вы покараульте. Слушайте, становится все интереснее и интересней, на самом деле. Все, выше не поднять. Даже не смотрю, несмотря на то, что я, скорее всего... Подсадите. Я посмотрю, что там. Уже понял, что там. В грузе в этом. Очень много охраны. Действуем тихо.
расслабляться. Если обнаружат бунтовщиков, наша задача их убрать. Есть, сэр. Жду с нетерпением. Так, ух ты, черт побери! Давай! Есть. Подтяните! Скорее. Что? О, черт! Тут чужаки! Предупредите охрану Гастингса! Эти суки уже здесь! Уводите его, светлость! Эй, полегче! Кого сукой назвал? В лифте охраны! У одного из них дискомет! Дискомет? Так. Дискомет это прекрасно. Это еще одно оружие для меня. Но вот вопрос. Смогу ли я его заполучить? Мать его! Это дискомет, да? А, отлично. Наверное, смогу. Сотрудник компании убит. Погоди ты. Погоди с укрытием. Надо перебить оставшихся. Блин, меня кто-то справа долбит. Кто там? Кто справа-то? Ладно, перезаряжусь. Не пойму-то. А, снизу. Снизу. О, черти, а. Пошел ты. Так. Да, блин, присел. Падла. Стой, 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 стой. Готов. Охранник убит. Готов. Есть. Так, еще, еще, конечно, еще. Куда же без этого? Причем сразу попал в меня. Они вообще красавцы. Так, я хочу дискомет. Я хочу дискомет. Нет, я, конечно, возьму сейчас автомат, на всякий случай. Так, нет, лучше оставлю свой старый. Так, где дискомет? Где дискомет, блин? Где он? Где этот чувак? Где я его убил-то? Ладно, сейчас гранату возьму. Так, видимо, обойти нужно. Пойдемте. Обойдем. Снайпер! Наверху, на кране! Боже мой, опять снайпер! Черт побери, где? На какой крыше именно? Вон, вижу, 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 блин. Вот зараза, а. Так. Да чтоб тебя. Ах ты мразь, а. Есть! Голову! На палубе никого. Повезло. Идемте. Я согласна. Хочу дискомет. Думаю, можно пробраться под палубой. Да где он? Да подождите вы. Нам пора вниз. В любой миг может прийти подкрепление. Понимаю. А, во! Вот он, вот он, вот он. Так, ТС-1 детонатор. Нажмите R2, чтобы выпустить радиомины. Мины прикрепляются к окружающим предметам. Так. R1, чтобы подорвать один заряд. Удерживайте, чтобы подорвать все заряды. Так. Вот так вот даже. Ну, блин, это дискомет разве? Не знаю. Не знаю, не знаю. Я ладно. За этот рычаг, вы за тот. Угу. Готовы? Поехали. Ну, можно же уже было слезть. Нет, продолжаем крутить. Так. А я могу приклеить, например, на чувака эту мину? Было бы клево. Так, я на всякий случай вооружусь. Пистолетом. Вот я чувствую, здесь мне придется сейчас пострелять. Я вижу там бочечки уже, которые можно взорвать. Так, а это у нас... А это у нас патроны к нему. Хорошо, точнее мины. Так, это граната здесь? Граната, отлично. Ну что, вперед. Так. Идемте. Скорее, перехватите. Поднимаются на борт. Готовьтесь. А всем... Придется пробиваться. Ну конечно. Как же иначе? Так, ты пошел уже?
Ты уже пошел? Не надо, пожалуйста, подожди немножечко, а потом пойдешь. Ой-ё, вот это называется heavy fire. Блин. Понять бы еще куда в самом начале стрелять. Есть. Так, сейчас мы... Есть, еще один. Сейчас мы попробуем туда дотянуться. Ух ты, мать его. Есть еще один. Так. Где он там, падла? Еще один. Ух ты, зараза. Ты же меня прям простреливаешь через эту. Лови минку. Есть. Классная штука. Так. Еще где-то внизу кто-то. Внизу где-то падла. Кажется, он с дробовиком даже. Ах ты, сволочь. С дробовиком. Ненавижу тебя. Рожа твоя. Есть. Фух, заряжай. Заряжай, заряжай, заряжай. Все? Так, вроде все. Мне кажется, что все. Да? Так. Таки хорошо, что тот чувак с дискометом меня тогда не прикончил, потому что ему это ничего не стоило. По трапу? Боже мой. Ох ты, они еще контактные. Боже мой, это же охренительно. Охранник убит. Можно... Ой, елки-палки. Там что, кто-то грену кинул? Или там дискометчик? Блин, если там дискометчик, то это... Опасность. Для меня, мать его, это опасность. Он мог стоять там сверху и просто стрелять в меня, по идее. Ладно. Надеюсь, что нет. Ну все, мы добрались. Неплохой выбор оружия. Это как раз не странно. Компания поставляет оружие всему миру. Угу. Док? Не знаю, что значит этот ворон. Так. О! Класс, моя вундервафля. Просто я думаю, что мой дискомет с 4 патронами уже не так крут. Вам не кажется странным, что охрана порта вооружена до зубов новой техникой? К чему ваши домыслы? Ищем то, зачем мы пришли. Не так ли? Ну, конечно, есть немного в этом странности. Но все-таки... О, как. Еще бы знать, кто это. У них у всех усы, бороды и бакенбарды, блин. Они у меня все на одно лицо. Особенно, когда они еще на фото старых. Там вообще хрен что разберешь. Сюда. Я дам знак. Прикрывайте меня. Да уж, надеюсь, она будет меня прикрывать. Потому что мне это понадобится. Никого. Это дурной знак. Тактическое отступление. Значит, скоро вернуться. У нас мало времени. Ну, доказательства. Как скажете. Давай. Давай мне доказательства. Патроны, гранаты. Ладно. Идем, 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 идем. Итак. Что дальше? Осмотрите груз. Ищите любые отметки на ящиках. Любые отметки? Нам нужны ящики с маркировкой компании. Она должна быть сбоку. Ага. Сбоку, значит. Так, ладно. Ищите маркировку. Вот, красный, вижу. Штырь. Вот он. Но мне не достать.
Так, вон там еще сверху. Надо, короче, что-то поближе найти. Это все слишком далеко. Вот он. То, что надо. Нашел. Вот. Видимо, это мы ищем. Помогите спустить. Лом. Может, там детеныши? Или еще что? Смотрите, рыцарь. Вот зло, с которым мы сражаемся. Вампиры. Не верю. Как? Полукровки укрепляют позиции. Что? Благодаря защите ликантропов в ваших краях, Гастингс и его вампиры сеют болезнь по всей... Лорд Гастингс не может быть с ними. Многие в районе Уайтчепел видели, как ваш лорд бродит по ночам, выслеживая падших женщин. Джек-потрошитель. Так его называют? А как, по-вашему, убийце удается так долго избегать сетей комиссара Дойля? Уайтчепел попросту стал их кормушкой. Ах, вот оно что. Да, я был тогда не прав насчет этого, но в общем... Сколько тут этих тварей? На целый город хватит. Конечно, заговор такой заговор. В общем, во всем виноват лорд Гастингс. Он есть как бы Джек-потрошитель в одном лице. Вот такой вот охренительный, блин, заговор. И он и есть вампир, и... Боже правый. Он переправляет своих же вампиров только уже теперь в Америку и по всему миру, чтобы они там охотились. Да, жесть. Надо уничтожить этот груз. Сюда! Тут есть горючее! Так. Ну, а мне-то что? Где? Где мне-то взять канистрочку? А, вот. Да, моя канистрочка. Я никому не отдам. Нет! Ну, даже не могу взять. Ладно, пойду подожгу тогда. Я подожгу. Готовьте следующий. Мы, типа, должны все сжечь, а не только вот это место. Потому что... Хотя, я думаю, огонь перекинется. Все нормально. О, слышите? Это готово. Чудесные звуки. Готово. Да. Сюда. Горят они просто отлично. Помогите мне залезть. Так. Чудо у них порой такие мхатовские паузы. Я аж теряюсь. Сейчас найду, как вам подняться. Тут есть лестница. О, как удобно. Еще канистра с горючим. Давай, поливай. Это займет какое-то время. Винтовочка. Я чувствую, сейчас будем перестреливаться. Патроны. Прекрасно. Все. Этот можно поджигать. Махмуд, поджигай. Ну, отойди ты. Что ты ждешь-то? Сейчас начнется, да? Сейчас что-то будет. Перейдем к остальным. Хорошо. Бегите, займитесь остатками груза. Я задержу их. Я так и знал. Потому что здесь вот укрытия такие специальные. Прям для перестрелочки. Все. Я под огнем. Есть. Отлично.
Даже неплохо получается, хотя их опять набежало столько же. Черт бы их подрал всех. Ой, граната! Граната! Кошмар, а? Порядок. Здесь все горит. Да, это хорошо. Ох ты, неплохо! Да чтоб тебя, а. Так, перезаряжусь. Граната, граната! Мать его! Ух ты! Тихо! Тихо, тихо! Нормально, все нормально. Все нормально. Отлично. Ах ты, сволочь! Влезай нафиг оттуда. О, да ты, мать твою, в цилиндре. Вообще крут. Ага, прям голову подставил. Шикарно. Так, ну вроде все. Вроде все, да. Вроде перестреляли. Все нормально. Так, патроны. Внизу остались ящики. Нам придется. Поехали. Поехали. О, какая музычка-то заиграла, ёлы-палы. Так, прекрасно. Теперь я внизу, блин, это тухло. Это тухло в два раза тухлее, чем может быть. Так, хорошо, отбились. Сейчас еще пойдут, да? Сейчас еще пойдут. Ну? Давайте, твари. Вон, кто-то там. Я перехожу дальше. Ты переходишь дальше, значит, они тоже сейчас придут. С другой стороны. Ах ты, хитрая зараза. Боже мой, дробовик. Боже мой, дробовик. Перезарядимся. Давай. Ох ты, елки. Получилось. Конечно, тебя обстреливают. Чтоб тебя не обстреливали, блин. Мы вон их сколько уже перебили. Конечно, тебя обстреливают. Нас тут всех обстреливают. О, боже мой. Боже мой, дискомет. Дискомет. Нет, черт тебя дери. Черт тебя дери. Ух ты ж. Ненавижу этих дробовиков. Просто дико ненавижу. Ух, сволочи. Вертел я вас всех. Пока я поджигаю ящики. Давай, 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 поджигай свои ящики уже. Появилась, блин, новая сволочь, которую я ненавижу. Это дискометы. Ах ты, зараза, а. Мне бы такой. Мне бы такой дискомет. Очень бы, знаете, пригодился. Здесь все горит. Я перехожу давай, дальше. Давай, давай, тварь, добегай. Добегай. Так. Угу. Охранник-то нейтрализован. А только вот. Боже мой! Господи, да что за жесть-то? Обстрел какой-то лютый. Несмотря на то, что я сижу за укрытием, я все равно отгребаю, походу. Я перезаряжаю! Фу, кажись я... Нет, он просто... О, боже мой! Господи Иисусе. Так. Фух, есть. Цель поражена. Есть. Есть. Я ему шляпу сбрил. Охренеть, я такой... Рукой за голову, черт. Так. Прекратите спрыгивать вниз. Мне так удобно расстреливать вас наверху. Да вы все на одном месте сидите. Давай, влезай уже. Ну что ж ты там засел-то? Черт тебя дери, а. Отлично, теперь он вылез. Куда он там стреляет-то? Все уже просто, мать его, пылает. А вот он. Вот он, вот он.
Давай, влезай. Не бейте по своим! Да не бью я вроде. Вроде не попал же даже. Ух. Ух. Нормально. Нормально, нормально. Вот и последний. Сейчас что-то будет. Какой-нибудь босс, да? О, блин. Твою мать. Закрывай! Ух ты! Стрельни ему куда-нибудь! О, красава, вообще молодец! О, прям мысли мои читает. Куда дальше? Так, о, нет, боже мой! Ах ты, твою налево, тварь. Мразь. Отлично. Где он там? Ой-ё! Где он? Не вижу я его. Чёрт тебя дери, а! Молодцы прям. Нападают на меня. Тачками и пачками. Так. Ага. Не успеешь меня ударить, потому что я убиваю другого. Получилось. Так. Где он там? Зажимаюсь в углу. Одного убил. Есть. Так. Второй, второй. Вот так, хорошо. Откуда они-то здесь взялись, я не понимаю. Ведь вампиры и они, это не одно второй и то же. Чёрт-те что, а. Смотрите, тут есть дверь. Дверь, это прекрасно. Сколько у меня патронов? Ой, ё. Дэви, я рада тебя слышать. Рани, ты цела? Да, пока да, но быстрее, надо выбить дверь. Сейчас, сейчас. Ох ты! Ну ты даешь! Ну ты даешь! Прямо как будто схватку со львом! Ой-ё! Давай! Давай! Да я же выстрелил! Я думала, что больше тебя не увижу. Как ты нас нашла? Времени нет. Компания стягивает свои силы к верфи. Пора бежать. Рыцарь, не искушайте судьбу. Наше дело сделано. Уходим. Уходим. Непростая была переделочка. Совет должен знать про этот ужас. Осторожней, рыцарь. Компания процветает благодаря друзьям в правительстве. Вы сами видели, что в ваших рядах есть предатели. Если бы все так и было, я бы заподозрил... Идет война против полукровок. Теперь их черному делу служит объединенная индийская компания. Помогите нам. Я рыцарь. Я клялся охранять страну, а не разрушать ее. Не верьте никому. Прощайте, рыцарь. Жаль, что мы встретились в таких обстоятельствах. Где вас отыскать? Шепните мое имя Уайтчепели, и я приду. Загадочная женщина. Ну что ж, дорогие друзья, встретимся мы уже в следующей серии. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Все ссылки под видео. С вами был Гидеон, всем спасибо и до следующей миссии.